Приветствую всех ценителей коллекционных карточных игр. Сегодня мы вновь возвращаемся в Равнику, мой любимый мир вселенной Magic. И, как вы видите, у нас будет небольшой анбокс бандла. Не будем долго рассуждать, а начнем вскрывать. Итак, посмотрим, что же у нас в наборе. Сейчас мы его немножко распакуем. Вот. Ах, обожаю Равнику. Первый мой сет. 2005 год. Как ты был давно. Итак, что здесь у нас в наборе? А в наборе у нас стандартно Player's Guide. 75 карт нового выпуска. 10 бустерков. Самое интересное, конечно же. Коробочка. И One Premium Foil Version of Each Basic Land. Приятно. Ну и не забываем про такой замечательный Life Counter. Собственно, сама коробочка. Ох, равника. Здесь у нас Player's Guide с замечательными артами гильдии равники. Ах. Димира. Одна из моих любимых гильдий. Собственно, сама виновница торжества Враска. Димиры, Галгари, а кот пролеснули, Изеты. Вторые мои любимцы Изеты. Хотя, помню, что в первой равнике 2005 года первая рарка, которая мне была, это Life from Loam. Как у нас перевели ее, если не ошибаюсь, Жизнь из глины. Боросы, Силенсия. Ну и, собственно, Guildmaster's Guide. Но в этот раз Player's Guide офигенный на самом деле. Ну и перечень карт. Я думаю, вы все и так уже с ними успели ознакомиться. Так, собственно. Ух, наша красота. В которой у нас бустерки. 75 таких карт. 10 бустеров. Как построить дек, building a deck on your turn. Ну, такие у нас красавцы. 10 бустерков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все верно. Life counter. И вот эту штуку у нас можно приоткрыть. Сейчас все это уберем. И у нас будет вот такая вот красота. Обалденный сет. Итак. 75 карт с файлушкой. Сейчас мы посмотрим, что у нас за файлушки. Видно, что одна это Forest. Миль, пардон. Да, файлушка Forest. Mountain, Swamp, Island, Plains. Красота, красотулечка. Ну и 75 земель. Ах, как приятно пахнут. Файлушки выложим, чтобы было посимпатичнее. Так. Ну, перейдем к самому интересному. Какой же пятничный бустерок без вскрытия бустеров? Естественно, из бандла мы хотим вскрыть Assassin's Trophy или Враску. Но, та-там, первый бустер нового сета равники. А, поехали. Открылся он не очень легко. Мне вот в новом сете очень нравятся арты Демиров. Шикарный арт. Еще один шикарный арт. Ну, в равнике всегда шикарные арты. Так. Уже подошли к интересному.
Там-тара-та-там. Water и Grave. Неплохое начало. Хорошая рарка. Очень хорошая рарка. Еще пару таких штучек. В принципе, бандл окупился. Поехали дальше. Хороший арт. Дуалочка. Инверт. Инверт. Неплохая, кстати. Неплохая по цене карточка. Ну, классный токен. Намного похуже, конечно, чем предыдущий, но далеко не шлак. Вот это сложно открывается. Всегда все, что бустер, который открывается сложно, должен принести что-то интересное. Хороший арт. Тоже неплохо. Еще один прикольный арт. Мы его уже видели. Все падает. Как неудобно. Смотрим дальше. Лава Койл. Помню их. Ого! Ну, прям очень неплохо. Еще чуть-чуть, и мы окупим бандл. Ну, куда же мы мифик-то будет? Assassin's Trophy. Нам нужен Assassin's Trophy. Отличный арт. Дядьку мы видели уже. Классный арт. Один из любимых в сете. Я уже просмотрел. И... Ну так, могло быть лучше. Могло быть лучше. Следующий. Я хочу мистика вытащить. По мне, так это лучший арт в новом сете. Артефакты, артефакты. Люблю артефакт. Люблю кладыш. И... О! Ну, файлушка. Файлушечка. И то хлеб. О, уже некуда их класть. Итак, у нас осталось... Раз, два, три, четыре, пять. Ну, не так мало. Несколько прикольных штук мы уже вытащили. Гоблина. Земелечку и неплохой. Так, смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас... Дальше у нас хороший арт. Еще хороший арт. И... Дуалочка. Неплохо. Очень неплохо. Так. Осталось еще. Раз, два, три, четыре. Продолжим вскрывать. Всего четыре штуки. С кого начнем? Ну, вот с тебя, пожалуй. Так. Не хочет. Прикольный элементарий. Забавный арт.
Неплохая, кстати, вещь. Ай-яй-яй-яй, куда же Как вы вы налезаете-то? Сейчас, одну секунду. Маленькая техническая заминка. Итак, вернемся к нашим красавцам. Борос Челленджер. Хорошая, кстати, редкая. Неплохая. Так себе и... Ритл. Ну, экшен, экшен. Где Ассасин Трофи? Он должен быть. Осталось всего 3 бустера. Пропускаем карту. КТ. КТ оставляем. Найт. И... Есть! Шикарнота. В общем, в принципе, дальше можно уже так особо другие не открывать. Потому что вытащить из бандла Assassin's Trophy, который стоит почти как весь бандл. Очень-очень вкусно. Я спокоен, теперь я спокоен. Даже если там будет ерунда, это уже не важно. Лягуха. Shield of Night. Роскошный арт. Пошли редкие. Ай, не падать, не падать. Хотя я знаю, что хочется упасть с того, что вытащил Assassin's Trophy. Но не падать. И... Та-дам! Последний бустер. Что там, Враска? Или еще один Assassin's Trophy? Это будет тогда вообще обалденно. КТ. Роскошный арт. Ну, я хочу вытащить мистика еще. Мне он просто нравится по арту. И... Прям сегодня день исполнения желаний. Просто великолепно. Вот любой бустер, в котором есть КТ, просто великолепен. Надо будет посмотреть на перемотке. В том у меня выпал Assassin's Trophy. Ну что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем просто охрененное вскрытие бандла, который переокупился. Потому что можете посмотреть цену на сетях каждого из этих карточек, что мне выпали. Просто вкуснота. Сейчас мы их отложим. Вкуснота. Вкуснота. Ну, вкуснота. Файлушечка. Ну, это ладно. Все это меркнет по сравнению с тем, что ты вытащил вот это. Вот эту ты вытащил штучку. И вот эту. Ну, мистика я хотел. Считаю, лучший арт в этом сете. Ну, он великолепен. Просто художник. Респект, 5 баллов. Красота. Очень классно. Ну. Assassin's Trophy. Феликс. Отличная. Uncommon и Варбосс. Великолепен. Земелька шикарная. Обалденен, эпичен, шедеврален, суров. Всегда бы так вскрывалось. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока.